как гласит название одного популярного советского фильма, тени исчезают в полдень. На закате же, напротив, происходит некий приход сумерек. Тени становятся длинными и большими. И от этих двумерных фигур скульптурной композиции идет отбрасывание теней. Теней, которые вскоре станут сумерками, а затем ночью. Ночью, которая охватит собой всю эту часть земного шара. А потом кончится лето, наступит осень, похолодание, потом зима. Тени исчезают в полдень. Центральный банк сообщил, что во втором полугодии 2024 текущего года он рассчитывает на сокращение наличных средств на 200 миллиардов рублей. Уход от наличных денег – это еще одна часть большого плана. Так же, как и увеличение лизингового жилья, то есть лишение людей собственности как таковой. Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мой труд. Я в вашей поддержке, дорогие друзья, нуждаюсь, ибо только благодаря ей я и продолжаю свою деятельность. Я опытный газетный журналист и делюсь своим взглядом на мир, на события, на новости. Я сам по себе, и потому я не вру. Деятельность моя продолжается исключительно благодаря вам и вашей поддержке. В описании, друзья, мои два номера телефонов, Теле2, техническая сим-карта. Благодарю тех из вас, кто пополняет ее баланс, и к МТС привязана карта. Также благодарю тех из вас, кто меня поддерживает искренне. И в описании еще, друзья, ссылочки на два телеграм-канала, второй Ютуб и Рутуб. Подпишитесь, пожалуйста. Информация штука важная, и все это прекрасно понимают. И вот от чего, видимо, Галина Тимченко, создатель информационного агентства «Медуза», получила статус иностранного агента. «Медуза» — это группа журналистов, которые отпочковались от «Ленты.ру». «Лента.ру» была такая достаточно свободолюбивая и оппозиционная относительно организация, пока там не сменили учредителя, главного редактора и так далее. И большая группа людей ушла и сделала «Медузу». И вот Галину Тимченко сделали иноагентом. Фамилия какая серьезная. Что ж, между тем, дорогие друзья, продолжаются гонения на ведьм. «Голая вечеринка 2» хватило же ума у людей. Особенно сейчас, когда все занимаются чистоплюйством и выпендрежничеством. Какие они все непорочные. Блин, ё-моё. И вот в Астрахани, в клубе «Бункер», какие-то дуралеи устроили так называемый танцевальный батл. Суть батл — это бэтл, на самом деле, надо говорить, битва по-английски. И суть этого бэтла в том, чтобы кто больше разденется, тот типа победил. В общем, там люди получают штрафы сейчас, административные аресты, штрафы дикие, какие-то зубодробительные. А по мне, ну просто идиотизм. Ну зачем устраивать охоту на ведьм? А этим идиотам, ну хотите вы раздеваться, делайте вы это дома, там, со своим близким человеком. Зачем выставлять все на показ? Знаете, вот доводятся до абсолюта, вот гонения какие-то, ну, станцевали они голыми, там, идиоты такие всякие, и кому от этого плохо, ну, что это такое? С другой стороны, конечно, Содом с Гоморрою, а у нас сейчас все праведные, политкорректные, и крылышки свои выпрастывают, нимбы из шкафов достали и натирают до блеска. Вот. Сейчас я нимб поправлю, одну секундочку. Между тем, дорогие друзья, в Пушкино в ходе рейда было выявлено 120 иностранных граждан, нелегалов, и их выдворят из России. И я задаюсь маленьким вопросом, ведь процедура выдворения — это что же денег стоит, да? Денег, которые берутся из
бюджета, который хорошо бы был бы более социально направленным, правда? Но он тратится вот на всякие такие моменты. А кто же их впустил, этих нелегалов? Вот с чего следует начинать. Кто их впустил? Что ж, но продолжать в эту сторону не стоит, потому что ответ уходит куда-то наверх и непонятно куда. И знаете, а наверху творятся, вот я в прошлом видео сказал, но я повторюсь, судья Верховного суда Татарстана, субъекта Российской Федерации Резван Юсупов, а его дети, доченька Наиля, красивое имя, и сынок Гаяз, имя замечательное, люблю это имя, у меня был коллега Гаяз, прекрасный человек, талантливый профессионал, мир его праху, замечательный был человек. Вот. Но этот Гаяз, молодой Гаяз и Наиля, граждане Соединенных Штатов Америки, про которую в негативном ключе выражаются по боевому психотронному излучателю телевизионного воздействия ежедневно, еженочно. Прям вот идет такое зло, ну, недоброе, враг и так далее. И действительно там оружие поставляют. А вот Наиля и Гаяз, граждане США, при том, что Наиля живет в Нидерландах, которые, кстати, к слову, передали Украине вот эти истребители, один из которых сбили они сами по ошибке, ну, в общем, жуть да жуть. И вот мы видим элиту. Впрочем, как говорят в новостях, против Наили и Гаяза возбудили уголовные дела в связи с их нерассказыванием о своем гражданстве. Но, знаете, как-то с самим судьей Резваном Юсуповым, как он останется в статусе судьи? Вы знаете, что дети – это великолепный рычаг воздействия и влияния? Нет? Вы не догадывались? Что ж, между тем, как говорит Украина, один из ее руководителей нынешних, господин Подоляк, если я не ошибаюсь, Украина остановит транзит нефти и газа в Евросоюз с 1 января следующего года. Интересная штука, с учетом того, что от этого пострадают целый ряд европейских стран, которые, к слову, оказывают этой самой Украине поддержку. Впрочем, понятно, сжиженный природный газ из Канады и США тоже же надо пристраивать. Все это просто бизнес, деньги не пахнут, но вот такие вот дела. Между тем, друзья, вот просто маленький штрих к натюрморту, это очень забавно. ВЦИОМ, вы все знаете, да, Всероссийский центр изучения общественного мнения, такая контора, которая рассказывает о поддержке нашего прекрасного руководства. И вот ВЦИОМ, даже уже не мучаясь с формулировками, выдал такое. На предстоящих выборах в Санкт-Петербурге 76% жителей ожидают победу Беглова, нынешнего главы региона. И прошу прощения, если я ошибся с ударением в этой прекрасной фамилии. Фамилия действительно красивая. Ну вот ожидают 76% опрошенных жителей Санкт-Петербурга проголосуют за господина Беглова, а 76% ожидают. Выборы, это, знаете, это что-то такое самостоятельное, полуживое, квазиживое, почти живое. И такое вот, и можно туда что-то прибавить, убавить, можно как лотерею устроить. Ожидания. 76% ожидают. В общем, забавная история. Между тем, как Илон Маск, американский предприниматель, ожидает, что в США достаточно скоро, в обозримом будущем, произойдет банкротство из-за роста государственных расходов. И знаете, что я в этом практически убежден, только как может государство объявить банкротство государства? Это ведь совсем непросто. А что такое США? Это 50 штатов, 50 разных государств. Ибо штат – это state, государство. У каждого штата есть своя конституция, свой свод законов. И, в принципе, каждый штат готов к отделению. Это если кроме шуток.
то же время есть факторы, объединяющие Соединенные Штаты Америки. Это, безусловно, мощная идеология, это общая единая армия, флот, это единая экономика, это ряд единых социальных программ. Ну, конечно, безусловно, прежде всего, это идеология, единая идеология. Но США, на мой взгляд, я это говорил, и не я один, а вот в обозримом будущем весьма скоро, очень скоро, на мой взгляд, ожидает распад. Теперь об этом говорят многие. Когда я начал это говорить, в эту сторону смотрели единицы. Но теперь посмотрите, Камала Харрис, которая правила все эти 4 года, не будем про старину Байдена, из-за кулисья правила, а теперь она выходит на свет. А с другой стороны, господин Трамп, непростой тоже человек. И они олицетворяют собой корневые разногласия в США, как глубокие, как каньон, как Гранд Каньон. Знаете, это и расовые, и экономические, этнические, целый ряд разногласий. Разногласия на фоне законов, евгенических законов в США. Знаете, здесь можно получить свое, высказавшись плохо про какого-нибудь государственного политического деятеля, а там можно получить свое, просто тюремный срок, что угодно, просто сказав что-то нелицеприятное про представителей каких-нибудь нетрадиционных там ориентаций или чего-нибудь еще. Очень тщательно стоит выбирать слова. За российское словечко вы просто сядете в тюрьму. И некоторые люди не согласны с таким законодательством. Многие. Там противоречие словно каньон, повторюсь. В то же время полный тотальный распад страны невозможен, ибо там объединяющий еще фактор – это общая логистика. Но США вот в настоящий момент переживают некую перестройку, которую в стране устроил господин Б. Ну, вы меня понимаете. Что ж, друзья, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мой труд. Я в этом нуждаюсь. Труд у меня непростой, друзья, опасный для жизни и здоровья и остатков моего благополучия. Вот. Улыбайтесь почаще, живите радостно. Ни в коем случае не сейте вражду и ненависть. Знаете, вот в этом же вопросе с мигрантами можно злобно брать и всех начинать ненавидеть. А зачем? Россия, в принципе, многонациональное государство, а Российская империя была еще более многонациональной, так же, как и Советский Союз. Нам надо быть добрее друг к другу и начать любить по-доброму и уважать самих себя. Хорошего вам вечера. И повторюсь про наличку, про которую я говорил в самом начале видео. Уход от налички – это уход в систему тотального безналичного рабства, вот этого самого цифрового концлагеря и безальтернативности. Отсутствие права на выбор.